В Твери сотрудники управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, администрации города и работники МУП ЖЭК провели расчистку участка реки Тимака, расположенного вблизи Комсомольской площади. Неоднократно от местных жителей поступали жалобы, что периодически, в зависимости от сезона и погодных условий, там происходит подтопление отдельных зауженных мест из-за скопления мусора. После проведения обследования береговой линии, основная из таких точек была обнаружена под железнодорожным мостом. Это все идет с верховьев речки. Естественно, что здесь это плоды жизнедеятельности населения. Потом выше по реке множество зон отдыха. К сожалению, это небольшой, наверное, культуры. Люди где едят, грубо говоря, там и мусорят. Как вы видите, горы мусора руками неприподъемного. И, конечно, если бы не наша техника, ничего бы не получилось. Поэтому думаем, что в этом году все-таки мы этот вопрос решим.